Муниципалитет продолжает быть лидером по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом в округе. В среднем прирост составляет 50 человек в день. На 4 июня всего было выявлено 848 заболевших. Главной причиной увеличения их числа специалисты называют несоблюдение жителями рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора. Потому полиция продолжает проводить рейды в поселениях. За апрель-май их организовали более 250. Все ограничительные меры, которые были приняты в районе ранее, продолжают действовать до особого распоряжения.